Ревизия торговых и развлекательных центров страны идет крайне активно. Так, в Минске учебную тревогу отработали сразу на 3 объектах. Специалисты МЧС проверили автоматическую сигнализацию, наличие противопожарного оборудования, аварийные выходы, а также подготовку персонала к чрезвычайным ситуациям. Данный контроль – вопрос комплексный, однако основные изъяны удалось выявить оперативно. В большинстве случаев нарушения касались доступа к аварийным помещениям, а также отсутствия автоматической сигнализации. К сожалению, действия персонала оставляли желать лучшего. Они в течение 7 минут еще не предпринимали никаких активных действий. А это обозначает то, что они либо не относятся к вопросам безопасности серьезно, либо, возможно, не проходили обучение и не знают, как необходимо действовать. А это тоже вопрос, который необходимо все-таки отметить как достаточно важный.